Всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Дэн Хай, и сегодня мы будем играть в My Fishing World. Сегодня мы с вами находимся в Северной Америке, и мы будем с вами сегодня на голдовой локации, Райские острова, или Райский остров, как можно еще назвать. Будем сегодня ловить рыбку. Меня попросил один подписчик половить на голдовых локациях, так что половим сегодня на более дешевой голдовой локации. Тут необходимо разряд 12, погода 25 градусов. Насыщенность рыбы 85%, загрязненность 3%. Стоимость поездки туда 3 золота. Это не так уж и много. И разнообразие рыбы, в принципе, вполне себе большое. Половим мы сегодня различную рыбу сегодня половим. Так что пойдемте. Мусора, кстати, тоже очень много. Так что пойдемте. Тратим 3 золота. Ради вас, ребятки. Последнее время перестал тратить золото. Как-то ездить на голдовые на локации. Так что как-то даже неохота тратить золото. Так, ну и мы с вами, наверное, давайте попробуем на воблера. На воблера мне, конечно, нужно стоит прям половить. Так, на какие? Little Hunter G или S? Какой-то из них, мне кажется, здесь будет нормальный. Давайте Little Hunter 3. Ну, Z. S. Так, подробно. Ну и вот подходит для ловли всех видов хищной рыбы. Конечно, некоторые не предпочитают такие воблера, а некоторые нормально предпочитают. Вся, в принципе, ловится, но на разные вобли разная рыба тоже ловится. Здесь хищник есть, так что на воблера можно попробовать половить. Так, сегодня ничего не клюнул, закидываем еще разок. Так, выбираем сейчас, ребятки, крючочек с вами. Будем ловить не на воблера, будем на наживке ловить. Так что выбираем крючок. 24, 37. Ну, вот это, мне кажется, будет вполне себе пристойный. Поплавок выбрали, все выбрали, снасти выбраны. И закидываем, наверное, на 10,6. На воблера почему-то не клюет вообще. Покидал, но то нету рыбки. По-моему, 4 раза забрасывал, ни одной поклевки, так что на удочку будем пробовать. У нас уже поклевочка. Так, есть рыбка. Не крупная, но вполне себе пристойная. А там может быть крупная, килограмм на 15, на 20, наверное, должна быть, мне кажется. На 20 килограмм торфейный окунь. Закидываем еще разок. Так вообще, опять-таки, не советую ездить на голдовые локации, как-то нужно мучиться, нужно искать рыбу, как-то пробовать ловить ее. Ловить лучше на серебряных локациях, так что на голду лучше и не лезть, в принципе. Я сейчас потратил, в принципе, просто для видеоролика 3 золота, так я и не люблю на голдовых локациях ловить как-то. Так что, ну, здесь неокупаемо, по сути. Здесь, по сути, ребятки, неокупаемо, так что как-то так. Ловим последнюю рыбку, наверное, и будем уже заканчивать. Ах, положил и я рановато дернул. Подождем еще чуть-чуть, и уже все, в принципе. Оп, утопил полностью. Так, мы с вами подсекли и тащим теперь ее к нам. Рыбка не крупная, килограммов на 15, наверное. Но, ну, на 17, думаю. 17. А даже на 5, я что так сопротивлялся сильно. Ну ладно, ребятки, в принципе, ловить на голдовых локациях не естественно, не очень круто, потому что здесь
фигово окупается. То есть, ну, по сути, если ловить, можно окупиться. А так, если зайти на 10 минут, на 5 минут, окупаться, в принципе, фигово. То есть, 3000 нам нужно отработать, чтобы отработать наши 3 золота. А это нужно сидеть, если вот так вот, минут за 3 я поймал вот 3 окуня вот таких. Они на 500 вышли почти. И штук, так, за 3, 10... Ну, где-то приблизительно минут 20 сидеть, чтобы окупиться, если на таких окунях не умею сидеть ловить. Если, может быть, не какие-то вобрера, может быть, будет хорошо рыбу брать и экспериментировать в общих чертах нужно. Так что, ребятки, подписывайтесь на канал выпусков. Будем также пробовать ловить на голдовых локациях и как-то пробовать экспериментировать, искать рыбу. Так что, всем, ребятки, пока.